В честь Дня российского флага в Черкесске сегодня в Парке Победы прошло торжественное мероприятие. Его участниками стали представители общественных, патриотических и молодежных организаций, воспитанники городских образовательных учреждений. За праздничным мероприятием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Флаг с такими цветами стал символом России с далекого уже 1705 года. По указу Петра I все отечественные корабли должны были плавать именно под триколором. После советского периода бело-синий-красный флаг вновь вернулся в число главных символов страны 22 августа 1991 года. А сегодня в центре Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Мы обязаны помнить историю, потому что это наша история. История наших дедов и прадедов. И нам не нужно этого забывать, потому что все знают, что без знания прошлого нельзя построить будущего. Ну а почему мы должны отмечать День российского флага? Потому что это символ нашей страны. Участие в Дне российского триколора приняли представители общественных, патриотических и молодежных организаций, воспитанники образовательных учреждений региональной столицы. Если мы говорим про государственные символы, то, конечно же, это связь, это невидимая нить, которая связывает и прошлое, и настоящее, и будущее. И мне очень хочется пожелать всем вам крепкого здоровья и помнить, что мы живем в великой стране, в великой России, и не должны забывать о таких важных памятных датах. Участники движения первых, воспитанники Дворца детского творчества и Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», учащиеся школ Черкесска. Они на протяжении всего года задействованы в многочисленных мероприятиях, посвященных важным государственным датам. Знать историю своей родины, ценить символы страны, герб, гимн и флаг. Без этого невозможно прививать патриотизм подрастающему поколению. Разумеется, на этом торжества в честь Дня российского триколора не завершаются. Ряд мероприятий проходит в разных районах республики. А вечером в центре Черкесска при участии молодежи запланировано масштабное действие. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.